Ну что, друзья, последняя часть про шторм. Третья. Не знаю, выйдет она на канале или не выйдет. Если вышла, значит, поставьте обязательно большой палец вверх. Александр Экстримал Михаленко сегодня с вами. Полезет в море. Люди некоторые тоже купаются. Вот так. Вон, друзья, Карадаг виден отсюда. В общем, идем подальше. Ой, фак! Ударила волна прям в живот. Камера, главное, живая. Бля, лишь бок отсушило. Так, друзья, идут большие волны. Сейчас мы будем от них текать. Вон идет гигантская. Ой, я сушанулся. Друзья, вот она, смотрите. Пойдемте на волнах покатаемся. Катаемся по волнам. На каяке было бы прикольно покататься. Ну ты бы утонул на них. Друзья, смотрите, какая идет. Нет, следующая. Вот она. Катаемся на волнах. Плывем к берегу. Вот она, обалдеть. Смотрите. Поднимается. Друзья, отходим! Вон идет хороший. Вот, друзья, хорошие, смотрите. Друзья, очень тяжело устоять на ногах. Поэтому не заходите в море во время шторма. Все. В общем, друзья, все это была последняя часть с купанием в шторме. Надеюсь, вам она понравилась. Обязательно поддержите большим пальцем вверх этот видеоролик. Напишите любой комментарий. И подписывайтесь на канал, потому что уже завтра выйдет новый видеоролик на моем канале. Все, всем пока, с вами был Александр Михаленко. Встретимся уже завтра.